Здравенький, ребят. Как поживаете? Вы все еще на канале Фордмаг. В общем, зачем, к чему это видео? Я бы хотел обсудить пару вещей и заодно предупредить по поводу кое-каких, так сказать, событий, которые будут в ближайшее время. В общем, в чем, собственно, суть? Суть в том, что я как-то, знаете, уже не особо могу делать вид, что все налаживается, на самом деле не особо, так как проблемы со здоровьем все еще дают о себе знать, и порой они очень неприятные. Особенно вспоминая вот позапрошлый стрим, на котором я просто тупо отключился. Честно, я даже не понимаю, насколько сильно, потому что я ничего не чувствовал, просто где-то на пару минут просто отрубился, и даже не сон, я не знаю, что это было, но ощущение было неприятное. Плюс те самые проблемы с опорно-двигательным, в основном с шеей, в общем, от шеи до спины. Остеохондроз действительно дает очень приятный эффект, потому что буквально вот пару часов вот сидения и даже с перерывом я все равно чувствую реально неприятную боль, а порой и просто ощущение того, будто у меня все анимевает, в общем, какое-то происходит ощущение, будто у меня все парализует, просто вот я просто будто не могу сидеть. Не сидеть, не стоять, это правда мерзкое ощущение. Даже во сне порой это продолжается. И в чем, собственно, суть? Проблем действительно много. И я не хочу, как говорится, чтобы стримы были в тягость, как вам смотреть на то, опять же, как я рассказываю о том, что я себя чувствую плохо. Нет, я хочу действительно наконец-то прийти к тому, чтобы какая-никакая помощь нам была. Поэтому я хочу посвятить, о чем я уже говорил, я хотел взять в июне отпуск, и я его действительно возьму, чтобы потратить это время на разбирательство со всеми болячками, хоть я и уже ходил в больницу, но это, честно, не особо к чему-то привело, последствия, честно, правда, не особо какие-то, блин, были положительные последствия от всего этого, поэтому я хотел этим заняться серьезнее, так что, ребят, если где-то на какой-то пленный срок в течение июня будет отсутствие вообще роликов где-то на 1,5-2 недели, то найдите ли вы. Теперь вы знаете, что все это из-за моего довольно паршивого состояния, так как, честно, ну, правда, терпеть уже это, ну, как-то делать вид, что все хорошо, невозможно. Проблема в том, что это еще влияет, опять же, и на давление, так как я порой чувствую, что у меня повышается внутричерепное давление, и я хочу с этим разобраться, чтобы вы получали действительно позитивный контент, не вынужденный, где я вот под конец стрима начинаю уже вот так вот сидеть и просто еще посмотрим, а что-то, что будет радовать на 100% и с чем не будет проблем, ребят. Поэтому сегодня я проведу небольшой стрим, ребят, опять же, я не знаю насчет больших стримов, большим видео, потому что я правда уже честно не вывожу. Я банально просто даже монтируя видео чувствую постоянно какие-то вот боли, постоянное давление внутричерепное, просто вот, понимаете, ощущение, как будто вот обычные бытовые дела стали прям раз в 3-4 тяжелее. Я не хочу вывозить это таким образом. Проблема в том, что вот это вот уже, знаете, запало, когда даже если не хуёво, я все равно будем заниматься, понимаете, он уже минимальный. Пару стримов, я думаю, проведу еще. Опять же, они не будут большими, я постараюсь как-то это все дело, что ли, вывести, но все зависит, ребят, от того, что еще ёбнет, потому что я не знаю, так как состояние спины действительно ухудшилось. Вчера я просто уже, ну, не знаю, не мог нормально как-то двигать, опять же, вот верхней половины спины, просто вот все как будто, блин, я не знаю, зажато, и ни мази, ни обезбола, ничего уже не помогает, правда. Это даже не мисулит или какие-либо еще средства, они просто вот нулевой эффект. Если не будет большого количества ролика, или я пропаду на какое-то время, и вы теперь знаете, вот прошу прощения заранее за такие задержки, если кто-то ждал свои видео, правда, ребят, извините, но тут вопрос в том, смогу ли я дальше вообще продолжать что-либо снимать в относительно здоровом состоянии, с нормальным сном, с нормальной, опять же, спиной и возможностью нормально двигаться банально и как-либо поддерживать состояние своего давления. Поэтому, ребят, опять же, еще раз, извините, если вам придется ждать свои видео, но, правда, терпеть это уже и делать вид, что все хорошо, что мы продолжаем, я, правда, мне уже все тяжелее и тяжелее, поэтому, ребят, спасибо, опять же, надеюсь на ваше понимание, спасибо всем, кто
поддерживал все это время, кто действительно давал полезные советы, чтобы хоть как-то, как говорится, порой проводить стримы, давать себе какую-то бодрость за вашу поддержку, правда, вы то, что дает мне какую-то, знаете, вот, не просто мотивацию, а возможность продолжать это все, и я благодарен, что у меня такая замечательная аудитория, и спасибо. Правда, спасибо вам огромное, и надеюсь, что я смогу это отплатить своим позитивом, хорошим настроением, новыми роликами, новыми, возможно, жанрами, в общем, отплатить это сполна. Поэтому, ребят, я надеюсь, что все будет хорошо, что все как можно скорее наладится, и мы снова будем в полноценном режиме всем этим заниматься, поэтому всего вам хорошего, увидимся на новых стримах, новых роликах, я еще оповещу в сообществе, когда я буду брать себе точно отпуск, чтобы вы знали точные сроки, чтобы я мог условно там нарезать видео и просто спокойно заниматься своим здоровьем, своим состоянием. Всего хорошего, ребята, и удачи вам. Люблю вас.